Қазақстан Республикасы президенті жанындағы орталық коммуникациялар қызметі тікелей эфирде өз жұмысын бастайды. Бүгінгі баспасөз мәслихаты Қазақстан Республикасының мемлекеттік туын пайдалану туралы болады. Добрый день, мы начинаем прямое включение с площадки службы центральной коммуникации при президенте Республики Казахстан. И сегодня проведем пресс-конференцию на тему об использовании государственного флага Республики Казахстан. Спикер Ментанс Полыңыздар. Қазақстан Республикасының мәдениет және спорт министрі Ақтотар Ахметоллағызы Райымқұлова. Ақтотар Ахметоллағызы, қайырлы күн. Біздің алаңға қош келдіңіз. Сөз кезегі өзіңізге беріледі. 7 минут уақытыңыз бар. Мархабат. Рахмет үлкен, қайырлы күн. Құрметті баспасөз саласының қызметкерлері, құрметті көрермендер. Өздеріңізге белгілі мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың 2020 жылғы 27 қазанда мемлекеттік туды пайдалануға қатысты қолданыстағы мемлекеттік рәміздерді пайдалану қағидаларын қайта қарау туралы тапсырмасы берілді. Бүгінгі таңда аталған тапсырманы орындау аясында Қазақстан Республикасы үкіметінің 2020 жылғы 27 қарашадағы номері 801 қаулысымен Қазақстан Республикасының мемлекеттік туын, мемлекеттік елтаңбасын және олардың бейнелерін, сондай-ақ Қазақстан Республикасы мемлекеттік гимнінің мәтінін пайдалану, орнату, орналастыру қағидаларына өзгерістер енгізілді. Ендігі кезекте енгізілген өзгерістердің нәтижесінде азаматтарымыз үшін мемлекеттік туды пайдалану аясы заңнамалық тұрғыда кеңейтіліп отыр. Біріншіден, атап айтқанда, Қазақстан Республикасының мемлекеттік туын жеке және заңды тұлғалар ғимараттарда, тұрғын үйлерде және тұрғын емес үй-жайларда, оның ішінде балкондарда және салтанатты іс-шаралар өткізілетін орындарда патриоттық сезімдерін, қазақстандық бірегейлігін білдіру, елдің оның азаматтарының жетістіктерін қолдау мақсатында пайдалануға рұқсат беріледі. Қазақстан Республикасының мемлекеттік туы оның көлеміне қарамастан ұлттық стандартқа сәйкес келуі тиіс. Жеке және заңды тұлғалардың Қазақстан Республикасының мемлекеттік туын ұлттық стандарттардың талаптарын бұза отырып пайдалануына жол берілмейді. Өз кезегінде Қазақстан Республикасының мемлекеттік туына қойылатын нысандардың, мөлшердің және техникалық талаптардың бұзылуы ұлттық стандарттарға сәйкес келмеушілік болып табылады. Мемлекеттік ту ұлттық стандарттарға сәйкес келмеген жағдайда ол Қазақстан Республикасының үкіметі айқындайтын тәртіппен ауыстырылуға және жойылуға тиіс. Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексіне сәйкес, ұлттық стандарт талаптарына сәйкес келмейтін Қазақстан Республикасының мемлекеттік туын заңсыз дайындағаны үшін әкімшілік айыппұл қарастырылған. Жеке және заңды тұлғалар Қазақстан Республикасының мемлекеттік туын қорлау нысанасы ретінде пайдалана алмайды. Екіншіден, сонымен қатар жеке тұлғаларға осы қағидаларға енгізілген өзгерістерге сәйкес Қазақстан Республикасының мемлекеттік туын бір қабатты және немесе көп қабатты ғимараттарда экстерьерлі нұсқада орналастыру кезінде ғимараттың сәулет ерекшеліктеріне қарамастан пайдалану мүмкіндігі беріледі. Бұдан былай жеке тұлғалар ғимараттарда орналастырылатын Қазақстан Республикасының мемлекеттік туын тәуліктің қараңғы уақытында жарық құралдарын қолданбай пайдалана алады. Жалпы алғанда жоғарыда көрсетілген өзгертулер еліміздің мемлекеттік туының қолданылу аясын едәуір кеңейтеді. Оның қоғамдағы патриотизм рухын нығайтуға бағытталған символдық капиталын жаңаша ұғынуға мүмкіндік береді. Сонымен қатар мемлекеттік рәміздер мен ведомстволық
және оларға теңестірілген өзге де наградалар геральдикасы мәселелері жөніндегі республикалық комиссияның 2019 жылғы 23 қазандағы хаттамасына сәйкес Нұр-Султан, Алматы, Шымкент қалаларының және облыстар әкімдіктері жыл сайын қазақстандықтар арасында мемлекеттік рәміздерді дәріптеу және патриотизмге тәрбиелеу мақсатында еліміз бойынша «Менің туым, менің отаным» акциясын өткізуде. Добрый день, уважаемые сотрудники средств массовой информации. Как известно, главой государства Касым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевым 27 октября 2020 года дано поручение о пересмотре действующих правил использования государственного флага. На сегодняшний день в рамках исполнения данного поручения постановлением правительства Республики Казахстан от 27 ноября 2020 года за номером 801 внесены изменения в правила использования, установления, размещения государственного флага, государственного герба Республики Казахстан и их изображений, а также текста государственного гимна Республики Казахстан. В результате внесенных изменений законодательно расширена сфера использования государственного флага для граждан Республики Казахстан. В частности, теперь государственный флаг Республики Казахстан может использоваться, устанавливаться, размещаться физическими и юридическими лицами в зданиях, жилых и нежилых помещениях, в том числе и на балконах, и на местах проведения торжественных мероприятий в целях выражения патриотических чувств, казахстанской идентичности, поддержки достижения страны и ее граждан. Также нужно учесть, что государственный флаг Республики Казахстан, независимо от его размеров, должен соответствовать национальному стандарту. Не допускается использование государственного флага физическими и юридическими лицами с нарушением требований национального стандарта. В свою очередь, несоответствиями национальным стандартам являются нарушение формы, размеров и технических требований, установленных государственному флагу Республики Казахстан. В случае несоответствия государственного флага национальному стандарту он подлежит замене и уничтожению в порядке, определяемом правительством Республики Казахстан. Согласно действующему кодексу Республики Казахстан об административных правонарушениях, полагается административный штраф за незаконное изготовление государственного флага, не соответствующего требованиям национальных стандартов. Государственный флаг не может быть использован физическими и юридическими лицами в качестве предмета для надругательства. Кроме того, физическим лицам в соответствии с внесенными изменениями в настоящие правила представлена возможность использования государственного флага Республики Казахстан независимо от архитектурных особенностей здания при размещении его в одноэтажном и или многоэтажном зданиях в экстерьерном варианте. Отныне физические лица могут использовать государственный флаг Республики Казахстан, размещаемый на зданиях в темное время суток без освещения. В целом, вышеуказанные изменения существенно расширят сферу применения государственного флага нашей страны, позволят по-новому осмыслить его символический капитал, направленный на укрепление духа патриотизма в обществе. А также, согласно протоколу Республиканской комиссии по вопросам государственных символов и геральдики, ведомственных и иных приравненных к ним наград, от 23 октября 2019 года ежегодно акиматы городов Нур-Султана, Алматы, Шымкента и областей проводят патриотические акции «Менің туым, менің отаным» по всей стране в целях популяризации государственных символов и воспитания патриотизма для казахстанцев. Спасибо за внимание. Үлкен рахмет айтамыз. Ақтот Рахметоллағызы. Стратегия 2050 кезет. Рабиға Нұрбайдан бір сұрақ келіп түсіпті. Рұқсат болса. Есть ли требования по размерам казахстанского флага? Спасибо за вопрос.
В соответствии с законом Республики Казахстан о государственных символах, государственный флаг Республики Казахстан представляет собой, согласно государственным стандартам, которые определены в Комитете стандартизации метрологии Министерства торговли и интеграции, и в соответствии с этим государственным стандартом флаг должен соответствовать, как я сказала, стандартам. Это представляет из себя прямоугольное полотнище голубого цвета с изображением в центре солнца с лучами и под которым парящий орел. У древка флага национальный орнамент в виде вертикальной полосы. Изображение солнца, его лучей, орла и орнамента должно быть цвета золота. Соотношение ширины флага и к его длине 1:2. То есть более конкретно можно посмотреть, согласно документу, государственный стандарт именно по отношению к государственному флагу. Спасибо за ответ. У нас есть также ряд вопросов касательно данной темы. А можно ли вывешивать флаг на балконах? Да. Спасибо большое за вопрос. Да, можно. На сегодняшний день в соответствии с изменениями в правилах государственный флаг может быть использован, может быть устанавливаться, размещаться физическими и юридическими лицами на зданиях, жилищах, в нежилых помещениях и в том числе на балконах и в местах проведения торжественных мероприятий в целях выражения патриотических чувств, казахстанской идентичности и поддержки достижений нашей страны. А где простым гражданам можно покупать государственный флаг? В марте 2020 года Министерство торговли и интеграции, уполномоченный орган в этой сфере, провел мониторинг. Вообще ежегодно они проводят мониторинг согласно правилам, согласно нормативным актам, по которым государственные флаги должны именно изготавливаться согласно нормативным актам только лицензиатами. То есть в соответствии с пунктом 1 статьи 11 Конституционного закона Республики Казахстан о государственных символах Республики Казахстан, разработка и утверждение национальных стандартов и разработка эталонов государственного флага Республики Казахстан, лицензирование и изготовление государственного флага, а также контроль за соблюдением требований национальных стандартов находится в компетенции, как я сказала, Министерства индустрии и инфраструктурного развития Комитета по техническому регулированию и метрологии. Ежегодно они проводят мониторинг. По ситуации на март 2020 года у нас в стране было зафиксировано 57 таких организаций, которые имели лицензии. В результате этой проверки 26 организаций были подтверждены. Те организации, которые имеют лицензии, имеют необходимое оборудование, имеют необходимые нормативные акты для того, чтобы изготавливать государственные флаги. 24 из этих 57 организаций, к сожалению, не подтвердили свое право изготавливать государственные флаги, и 7 организаций были на сегодняшний день исключены, поскольку поменяли свои юридические адреса, и невозможно идентифицировать их на сегодняшний день положение. Поэтому мы можем сегодня сказать смело, 26 организаций имеют право изготавливать флаги, и, естественно, в соответствии с договорами с этими организациями в пунктах продажи можно купить государственный флаг именно образца государственного. Есть еще один вопрос. А законно ли изображение флага на государственных номерах, на обертках конфет, допустим, и так далее? На сегодняшний день, как мы сказали, согласно Конституционному закону Республики Казахстан, изображение государственного флага Республики Казахстан может размещаться и на иных материальных объектах. Однако
к этим материальным объектам не могут быть причислены предметы одноразового использования. В то же время государственный флаг, нам необходимо отметить, это предмет, изготовленный с соблюдением государственного стандарта. Это стандарт Республики Казахстан за номером 988-2007. И изготавливается, как я уже сказала, государственный флаг именно вправе только уполномоченные организации, которые имеют лицензии на изготовление этого. Түсінікті. Ақтот Рахметоллағызы, ал қандай жағдайда мемлекеттік туды қолдануға болмайды? Можно ответ на двух языках? В каких случаях не допускается использование государственного флага? Действительно, есть случаи, когда не допускается использование государственного флага. Это когда случаи, когда приспускается флаг в знак уважения к человеку или к какому-то предмету, когда выставляется кантоном вниз, не допускается использование флага. Также не допускается, когда флаг выставляется и задевает какой-то предмет или, например, задевает пол, землю, воду. В этом случае, конечно, не допускается использование. Не допускается нести древко флага горизонтально. Флаг всегда должен нестись под углом. Это правило, в которое нужно действительно поддерживаться. Закреплять и выставлять флаг таким образом, чтобы он мог повредиться или порваться, или испачкаться. И писать, рисовать что-то на флаге. Использовать в качестве одежды, постельного белья, использовать в качестве драпировок. На самом деле мы с вами знаем, что, например, в одежде наших спортсменов, когда они выступают от нашей страны, знак, государственный флаг, он используется на одежде. Это вот единичные случаи, в которых можно использовать государственный флаг. Түсінікті. Осы сұраққа... Можно я еще скажу? Как я уже сказала выше, что нельзя использовать на предметах одноразового использования, то есть на салфетках, на других предметах одноразового использования. Яғни, бір ретті қолданыста болатын кезде, одан кейін жерге түсіруге, төсеуге деген сияқты жағдайларда қолдануға болмайды дейсіз ғой. Жақсы, түсінікті. Ақтот Рахметоллағызы, бүгін еліміздің басты медиаларына келіп, маңызды ақпаратпен бөліскеніңізге рахмет. Бізде қазір тікелей эфир жүріп жатыр, яғни YouTube, Facebook әлеуметтік желілерінде. Сұрақтар келіп түсіп жатыр, рұқсат болса қойып өтейін. Казахстанцы могут вывешивать флаг, только купленный в этих 26 организациях? То есть условно купить на рынке, самим шить и повесить нельзя? За это будут наказывать? Это уточнение от журналиста, который слушает сейчас наш прямой эфир. Как я сказала, государственный флаг должен соответствовать тем стандартам, которые прописаны именно в стандартах в нормативном акте. И, конечно, если флаг выполнен компании, которая имеет лицензию на изготовление государственных флагов, и с этой лицензией есть договор у продавца, конечно, можно покупать, то есть в соответствии с нормативными актами. Если он в этом государственном документе, в государственном стандарте, о государственных стандартах прописаны случаи, в которых не допускается изготовление флага. Это, например, когда цвет не соответствует, когда не соответствует параметрам, которые обозначены в нормативном акте, когда есть какие-то перекосы в ткани и так далее, когда есть такие нарушения, конечно, такой флаг не может быть выставлен в качестве предмета для продажи, и, конечно, он предмет нелицензируемого изготовителя, он является незаконным и не подлежит продаже. Получается, если флаг будет... Есть еще уточнение. Если флаг будет висеть неправильно, тоже будут штрафовать? Как я сказала, что если государственный флаг, это государственный символ, если он висит неправильно, скажем, как я сказала, кантоном вниз, или он висит так, что может быть поврежден, испачкан, или как-то по-другому, то есть не может служить предметом для надругательства, в этом случае, конечно,
не позволительно использовать флаг, когда вот вышеназванные мною причины служат для того, чтобы государственный флаг не использовать. То есть, конечно, в этих случаях будут применены нормы административного кодекса о правонарушениях. Рахмет. Ақтот Рахметолайқызы, бүгінгі баспасөз мәслихатын анықтап, бізге ақпарат бергеніңізге үлкен рахмет айтамын. Расменде көк байрақ туымыз, халқымыздың қасиетті киелі белгісі, көк туымыз төбемізде жайқала берсін деген тілекпен бүгінгі баспасөз мәслихатын аяқтайық. Басқа өзге сұрақтарымыз жоқ. Егер де қандай да бір сұрақтар түсіп жатса, эфир барысына онда міндетті түрде баспасөз қызметкерлеріне жолдаймыз. Құрметті көрермен, біз өз эфирімізді осымен тәмамдаймыз. Еліміздің басты медиаларында жүздескенше.